20 июля в Большом зале спорткомплекса «Борисоглебский» состоялся открытый турнир Раменского городского округа по стритболу. За главные награды соревнования боролись 16 команд из Москвы и ближайшего Подмосковья. Сегодня очередной день соревнований. Наш большой зал игровой встречает здесь спортсменов, кто любит баскетбол, кто любит стритбол. Отличие принципиальное, что в стритбол можно играть на улице, на любой площадке, 3 на 3 и достаточно одной корзины. Соревнования организовали Раменская федерация баскетбола и Комитет по спорту и молодежной политике Раменского городского округа. Еще баскетбольный праздник решили сделать. Играем сегодня прекрасно. У нас две команды, две точнее группы. Из каждой группы выходят две команды, которые образуют между собой полуфинал, финал и матч за третье место. Все участники турнира демонстрировали свои отточенные навыки и командный дух. Я всю жизнь играю, да. То есть я с 5 класса играю и до сих пор. Ну, это страсть моей жизни, я люблю свой вид спорта и буду продолжать там до глубокой старости. Для данного вида спорта наша площадка тоже удобна, тоже интересна, поэтому соревнования проходят не первый год, и мы готовы встречать спортсменов по любым видам спорта. По итогу турнира все призовые места завоевали команды Раменского городского округа. Первое место у команды «Backdoor», второе место у команды «Triple A» и третье место у команды «Malibu».